В рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» одинцовские единороссы приняли участие в открытии легкоатлетической эстафеты в Ершовском. Участниками состязаний стали жители в возрасте от 6 до 70 лет, всего более 100 человек. Сначала участники эстафеты возложили цветы к стеле, посвященной воинам России, на центральной площади села Ершова. А затем на стадионе был проведен инструктаж и дан старт эстафете.